Сказать слова благодарности и выразить признательность ликвидаторам к памятному знаку пришли руководство города, представители администрации, общественность, ветераны, школьники и простые жители. Взрыв атомного реактора на Чернобыльской АЭС отозвался болью в сердце каждого человека. И с каждым годом мы все больше осознаем настоящие масштабы этой трагедии. Несмотря на пройденные годы, мы будем вечно помнить их подвиг и то, что они сделали для спасения всего мира. Жизнь продолжается. И этим мы обязаны тем, кто своими телами закрывали нас от страшной беды. Их подвиг навеки записан в летопись человеческого мужества. Первыми в тот страшный апрельский день 1986 года на ликвидацию последствий аварии из Десногорска отправились пожарные, военнослужащие, врачи, водители, строители и гражданское население. В данный момент у нас в городе проживает около 1000 ликвидаторов. Их объединяет память о тех днях. Это братство носит название «Чернобыльское». Каждый из них помнит товарищей, большинство которых уже нет. В завершении митинга память о них почтили минутой молчания и возложили цветы, венки к монументу, а в небо выпустили белые воздушные шары.